Джульетта из Питера спрашивает, что ученик должен дать учителю? Ученик должен дать учителю свои стремления, которые учитель сможет поднять наверх и принести ученику на эти стремления силу реализовать их. А это нужно учителю? Вот учителю это нужно? Учителю это, а для чего же он существует? Только для того, чтобы помочь ученикам. Для него в этом заключается его существование. Это ученик вызывает, учитель вызывает учеников вот это вот. Это... Учитель может только предложить, он не может вынудить и заставить. Это уже работа самого ученика. Но учитель к этому готов.